Всем привет, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в игру Retribution of the Darkness. Опа, у меня опять что-то все моргает. Всех поздравляю с началом лета, но надо было это уже давно сделать, конечно, один месяц уже пропущен. Вот, и короче, я хочу показать, как добраться до ада. То есть берем наружу, роем дырку, тупо вниз. Я уж тут основную часть прорыл. Так, коренная порода. Летим дальше вниз. У меня очень много раз спрашивали, да и в группе вопросы задавали, говорили, вот как до ада добраться, говорят, типа он есть, а дойти не можем. Когда я говорю тупо рыть вниз, все думают, мир бесконечный. Ну, конечно, вот столько прокопать, да дофигища, это очень много времени уходит на эти все дела. Вот, но по-другому никак до него не добраться. И в итоге я основную часть прорыл. Сейчас двигаюсь вниз, у меня 400 жизней, то есть это максимум, я больше не могу ничего добавить. Ух ты, кентаврище. Ой, да еще с этим. Я тут нашел, видите, сундучки золотые, в них ничего интересного нет. Если было бы интересно, я показал бы сразу. Ничего нового, что добавляют моды. Так, вот тут уже куча лавы вокруг. Путь уже становится тяжким. Вот я докопал до этого места. И вот хочу показать, смотрите, какая интересная генерация. То есть кристалл, как сказать, появился в стене прям. В итоге стены, куска стены это нету, отсутствует. Так, идем все ниже. Так, вот, все, я дошел до этого момента. Тут пока никаких новых мобов не встречал. То есть я уже рядом, я уже близко. Лавы уже очень много вокруг. Чем больше лавы, значит мы уже близко находимся к аду. Вот в предыдущем летсплее, который я писал по обычной... Ой-ой-ой, по обычной террарии я до сюда не доходил. Все, друзья мои, мы дошли до низа. Смотрите, там какой-то деваленок, у него 5000 хп, он там что-то разносит, пытается достать до меня. И вот этот инфритовый конь. Кстати, вот этот красный олень мне дом-то и сломал. Вот он, вот ты где. Куда ты ушел-то? Но я его замочить не смогу. Идем вниз. Вот они, черти летают здесь уже. Фоновая стеночка, фон изменился на лавовые трещины. Опа. Самое главное, они, короче, держат гида в руках. То есть у них тромашка висит. Маленький гид такой, кукла Вуду называется. Вот, если этот кукла Вуду попадет в лаву, будет очень-очень плохо. Там обезьяна какая, там какая-нибудь... Опа, блядь. Там какая-то страшная штука. Летает, нифига, она прыгает. Сколько? 340, ну, по идее, она слабенькая. Так, эти девалята. Ой, она что, кричит, что ли? У нее как будто... Так. Ну-ка, достанем. Я сквозь нее мечом вожу, ей пофигу. Ну-ка, 24. Так. Ну, давай. Ёпта! Появился меня, чуть не скинул. Придурок. Давай. В лоб, по лбу. Ох ты, она еще и это, пуляет штуками. Всякими разными. 20. Так, 17. Сколько там тебе осталось? 9 хп, 1 удар. Шлепок. И рука осталась на поверхности вместе с головой. О, демоническая печь, давайте соберем. Ага, хрен там. А я знаю, как ее по-другому можно собрать. Берем бомбу. Так, ровненько ее ставим. А, она сквозь полку упала. Еще все лавы зальет сейчас. Да ё. Надо вот так. Опс. Блин, как же... Кто умеет бомбы ставить в ограниченном пространстве? Во! Да. Печь. Я лову уж попал, я печь собрал. Бомбу выронил. Походу нет. Она должна выпасть. Она не выпала. Чё-то тупость. Она должна была выпасть. Вот. Так, тут, короче, куча интересной руды. Нам хотя бы один кусочек собрать, чтобы потом гиду показать. Я надеюсь, это кирка собирает. Йо! Оп, притянулись. Отлично, телепорт у нас есть домой. Это самое главное, кстати, внизу. Самое главное, чтобы эта кирка собирала. Я до суда еще не доходил в этой версии игры.
Так, ладно. Давай, давай, идти. Собираем кусочек. Есть, я могу его собрать. У нас есть кусок какого-то там материала. Давай, вверх, вверх, прыгай, прыгай. Вот этого надо говнюка замочить, он тпшится везде. Кстати, если убить лавового слизня, вот этого, которого прыгает, ему, кстати, лава нипочем, они вот плавают в ней, то из него вытечет немножко лавы. Вот так вот. Нам нужно по возможности найти сундук черный. То есть он такой... Кстати, нам вот эти вот кустики... Вот, красненький кусочек. Вот, я могу их собирать. Нам вот они нужны. Цветы. Для зелья вроде хождения по лаве, что ли? Или это? Что-то интересное подобрал, не понял, что. Для хождения по лаве вроде, или чтобы лава была нипочем. Скорее всего, чтобы лава была нипочем. Типа плавать не как в воде можно. Там маленькое количество времени. Так, ладно. Сколько тут сердец-то лежит? Так, нет. Так, не будь девкой, не будь девкой, мочи, гада. Так, чем уже его мочить-то? Звездами. Во, червяк. Не, он легкий. Сейчас мне мана отреспается. Мана. Ой, ё-твою. Так, говнюк. Мушкетище. Надо захилиться. На. Шлепка. Опс. Давай, давай. Как он мне за спиной появился? Главное не сдохнуть. У меня жизни вроде как всего там много, но боюсь, не хватит. Так, вывалился червяк. Ай. Кстати, по этой руде ходить нельзя. Вот по этой. Опс, вот я урон уже получаю от нее. Я думал, исправили. А когда руду это, кстати, собираете, из нее лава вылупляется. Тушись, тушись, тушись. Надо сдохнуть хотя бы дома. Чтобы монетки не потерять. А, мне их так немного, я их всех скинул. Так, короче. А, у меня опять сохранение мира идет. Так, окей. Нет, 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 нет. Ну-ка. Так, давай, сюда, вставай. Ух, как же тут-то много гадов, как же тут-то очень много гадов. Так, давайте сюда залезем. Тут, я думаю, меня никто не трогает. Не трогает. Никто не трогает. Никто не тронет. Так, я могу? Все, я могу. Я могу. Я умею, могу. Так, внизу там этот засранец, короче, огромный сидит. Кто увидел, тот поймет. Я боюсь к нему подходить. Только он почему-то, на удивление, тут ничего не разносит. Вы заметили? Может, мне надо к нему поближе подойти, чтобы он это... Не знаю. Начал. Вот он, смотрите, видите, летает. У него это, вот, гид, гид. Он держит гида. Маленького гида. Надо его убить. Он как раз в капкане нам... Он нужен будет потом. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Вот она. Кукла Вуду. Вот она. Если я сейчас возьму эту куклу... Подойду, вот, например, буду смотреть в правую сторону. Кину куклу в лаву, то с правой стороны пойдет стена плоти. Если я буду смотреть в левую сторону и кину в левую сторону, то с левой стороны пойдет стена плоти. Понятно всем? Вот, я думаю, понятно. Ну, тут сложно не понять, короче. Фух, так. Ну все, вызвать мы его можем, но мы к нему не готовы, так как мы, не знаю, даже без него тут чуть ли не дохнем. А тут вместе с ним, тут он будет, вот эти все твари будут прыгать, бегать. Это будет вообще очень сложно. Ой-ой-ой. Так, его удары можно отбивать. Замочим его киркой. Если его постоянно вот так бить, он не будет тпшиться. До тех пор, пока вы не остановитесь его мочить. Не прекратите, короче, его мочить. Так, я думаю, будет лучше сказать. Так, собираем эту руду. Нам нужно будет ее вообще собрать очень-очень-очень-очень-очень. Просто капец, как очень много. Чтобы что-то из нее лепить. Мне очень интересно узнать, что добавляют моды. То есть я буду говорить сразу, что было, а что добавляют моды. У меня кролик в лаве плавает. Как у меня кот в унитазе плавает тоже. Блин, жесть, вонючку я отмыл. Вонючка больше не воняет. Так что все нормально. Так, я что-то не могу собрать, мне надо ближе подлезть. Так, это ил. Вот этот... Все в нижнем мире, вот этот песок, как бы, это все ил. Этот ил ни для чего не нужен. Говорят, версия 1.2 будет это, применение. Наконец-то будет применение илу. Хоть что-то можно будет из него делать. Это радует. То есть теперь
что это не пустой ресурс, так скажем. Так, давай, летучая мышь. Есть, сдохла. Так, у нас 37. Надо хотя бы 99 собрать. Ну ладно. Блин, много слишком собирать. Хотя бы 99, я говорю. Это хотя бы стак. И то так нормально будет. Так, у меня 400 жизней. Я уже отреспался. Ненавижу! Очень сложно пролетать. А, над такими ж этими лавовыми озерами. Это очень проблематично. Сколько у меня факелов? 17 факелов у меня осталось. Так, ладно. Я так запарился эту дурку сюда... Дырку сюда рыть. Нет. Так. Вон он. Что я и говорил. Вот он. Да ёб твою опять ты. Извиняюсь. Я это... Хочу показать одно, а тут лезет другое. Получается третье. Так. Я думаю, его лучше мечом мочить. Ага, правда. Так, главное в лаву не попасть. Если в лаву попаду, будет шандец. Так, есть, мы его убили. Так, где я? Не вижу низа. Вот так, вон он. Сундук, для него нужен ключ. Чтобы ключ достать, нам нужно мочить просто всех здесь мобов внизу, и тогда по возможности нам выпадет ключ. Вот, но я боюсь, очень сильно боюсь, не хочу, чтобы это так было. Вот помните того придурка, который мне дом сломал, и которого я здесь увидел в самом начале, у него 5000 хп. Вот, я боюсь, что ключ у него. То есть нужно его замочить, тогда открыть можно будет эту штуку. В ней находятся всякие интересные предметы по такой адовой теме. То есть огненные шары можно пулять, огненную эту штуку. Ну, как мышкой так зажать, и он будет летать. Шарик, когда я буду отпускать, он будет лететь дальше. Ну, как в данже, в принципе. Только здесь он будет мощнее и огненный. Ну, мощнее это само собой. Здесь все оружие мощнее, чем в верхнем мире обычном. Вот такие дела. Блин, ладно. Ключ вроде как может выпасть с любых мобов. Так что... надо будет как-нибудь на них ходку устроить. Всех тут поломать. Жалко, что тут нельзя на карте ставить эти точки, типа того, что отметок, чтобы можно было вернуться сюда. А то вдруг забуду про этот ящик и все. А вспомню то, когда стену плоти буду мочить. Со стены плоти вываливаются очень классные штуки, огромные мечи и это... щитки... Ну, блин, как это? Есть тут оружие, а есть аксессуары, во. Аксессуары вываливаются еще здоровенькие, такие классненькие. Которых тоже также в верхнем мире нельзя найти. Лава. Оп. Оп, за мной. Все равно ему пофигу. Он прыгает. Нет. Так, ладно. Сейчас вот мы как раз тут попали к этой руде. Меня так не затопит. Вообще, я строил раньше систему такую пещер. То есть я спускался прям ниже по этим башням. Вот где куча земли. Я делал отводы такие, чтобы лава сходила. Собирал эту руду, и меня как бы лава не задевала, а она стекала по, так скажем, пустоте только в один блок. Ну, то есть, просто если дырку вот так вот, как я мышкой сейчас вот показываю, вот видите мышку? А, вот, смотрите, просто вот такая дырка, и все. А сверху я собирал эту руду, короче, сраную, там лава из нее стекала как раз по этому трубопроводу, так скажем. Так легче собирать. Кончилось. Вот с сапогами тут проблема. Без сапог тут очень сложно. Просто тут один крюк не спасет. О, и смотрите, тут есть второй тип башен. Вышек, вот который справа находится. Он полностью из этого. Блин. Адского кирпича. То есть, если я на него встану, меня будет колоть. Он... Так, все нормально. Оп, все норм. А, кстати, ключик может еще выпасть вот с этих кувшинок в аду. У меня бывало выпадало два штуки. Вроде. Я не помню точно, там такое месиво было, я уже не помню от кого оно выпадало, но вроде с них падает. Вот, а, еще, кто сейчас смотрит это все дело, я в группе сделал такую штуку. Типа миф это или правда. Почитайте, посмотрите. Это повод для пиара с моим разрешением, так скажем. Там, короче, смысл в чем. Я написал текст, вам нужно его проверить. Как бы заснять, сделать ролик, выложить ответом под мой пост, так скажем. Без реклам своего канала, просто тупо вот.
сказать там, да, там призраки, там то-то, то-то, там, у меня там про призраки просто тема затронута. Ну, типа подтверждение. Это повод для вас чисто, чтобы кто-то перешел по вашему видео и попал на ваш канал. Вот и все. Кто-то будет смотреть вас, к примеру, у вас будет чуть больше подписчиков. Это без рекламы. У кого будет реклама, я все буду лично сам просматривать. Кто-то хочет, может, пускай мне и приветы передают, или помощнику администратор привет передают, и там поздравляют кого-то с днем рождения, это можно. Но если будет реклама, прям чистая, прям реклама, тогда я удалю его. Вот такие дела. Кто-то скажет, а в чем прикол? Ух ты. В чем прикол, я буду выкладывать, если мой ролик удалят? Смотрите, если вы ролик выкладываете, если вы на YouTube выложили, а потом разместили его ответом под запись, то там есть кнопочка YouTube, на нее можно щелкнуть и перейти на, собственно, канал. Вот такие дела. Все удобно, как бы, даже без рекламы можно немножко поднять свою аудиторию. Я тут заметил, тут этот придурок стоит, у него 300 хп, но он просто стоит. Алло. Алло. Алло, 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 алло. Алло, 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 алло. Алло, алло, ну-ка. Ой, блядь. Он меня не трогает, но кусается. На тебе полбу. Ух ты, он... Тынь-тынь-тынь-тынь. Та-да-да. Фу, страшилка вылезла там. Ты-ты-ты-ты. Она такая страшная, капец. Она мне не нравится. Чисто из-за того, что она страшная. Ну вы посмотрите на нее, а. Разработчик этого мода. Тот, кто добавляет эту дуру. Вы даже о детской психологии... Ничего, да, как бы вообще не это. А то она мне даже... Меня пугает. Она слишком страшная. Надо быстро убить. Чтобы она больше глаза нам не мозолила. Вот так вот. Она еще и по частям разлетается. Ё-моё. Стыд, позор. Так, ладно. Пешимся наверх. Так, что по мелочи можно было, я показал. В аду не так уж и много новых вещей. Так, про куклу Вуду я рассказал. Все рассказал. Угу, дом, любимый дом. Так, ладно, подойдем сразу к гиду, спросим, что можно сделать со всякими этими материалами. Крафтинг. Так, суем эту штуку. Ай, так, можно сделать... Обсидиан бар. Вот это новое. Обсидиан нельзя было вот блоками такими делать. Ладно. Ага, нам нужен один обсидиан. Всего лишь-то один обсидиан. Так, была беда в записи. Что-то там неправильно с компом вышло. Вот, короче. Я тупанул, и надо, оказывается, делать слитки в этой печи. То есть, чтобы сделать демонические слитки, нужно их делать здесь. Вот он, крафт. Так, ай-яй-яй. Еле как до суд дошел снова. Так. Делаем один. Один. Можно, кстати, паучки делать обсидиановые. Так, вот такие четыре штуки. И. Вот этих дофига. Насколько хватит. Так, ну и все. Теперь выворачиваемся домой. Все, мы дома. Топаем гиду опять. Так. Гид. Гита. Ставим обсидиан. Это можно делать шлем. Минус 6 что-то скорости. Минус 6 опять что-то. Опять скорости. Что-то какой-то он странный. Костюмчик. С него только костюмчик. Так, ну и вот это. Так, лук. Вот этот лук вроде не было лука. Меча это вот так. Он вроде был. Стандартный костюмчик. Костюмчик вот этот, кстати, мощняцкий был самый раньше. Так. 16 защиты. А, да, аммонитовая руда. Ладно, вот это вот уже новое. Пошло. Так. Сколько всяких мечей уже. Второй меч 41 урона. И 39-41. В один слиток разница. А, это быстрый, а этот медленный. Загогулина опять. Корона какая-то. 20% скорости какая-то непонятная дает.
Бумеранг. Ты что-то я смотрю, по идее, с самого начала был бумеранг. Их не устроило это. Они решили свой сделать. Так, это 37 урона, 20 слитков. И обычный бумеранг, самый первый. Ну, давай. Вот он. 37 урона. А, 15 слитков и... Этот магический бумеранг, понятно. Так. Так. Что еще можно спросить-то? Гид, что можно сделать с гидом? С гидом ничего нельзя сделать. С цветами. А, вот зелье гравитации и обсидиановая кожа. Да, я помню, обсидиановая кожа. Плавать можно 4 минуты, короче, в лаве. Так, ладно, чё. Блин, вот обидно, что летом не люблю записывать. Ком перегревается. У него же в комнате жарко становится. Так, я хотел сделать этот... Став жезл когда-нибудь. Блин. Ладно. Ничего, нормально. Сейчас просим, как его сделать. Говорят, он стреляет классно. Надо будет проверить, как же он стреляет. Так. Сделаем золотой. Золота у нас много. Он, по идее, должен быть в самом конце. В самом-самом. А вот он. Так, тихо. 5 звезд, 15 литков. Ага, 5 дерева. 5 дерева есть. 5 звезд осталось собрать. И еще. И еще. Так, золото. Так, золото. 5 звезд возьмем, 7. Говорят, это все дело крафтится у этой штуки. Да, все правильно. Делаем став. Ну-ка. Так, сколько он, что там? 12 магический урон, 14 маны. Ну-ка. Ух ты. Стреляет он прикольно. Да, интересно. Так, если сделать, например, это. Не золотой, а какой-нибудь серебряный. Я думаю, тоже можно будет сделать его. Думаю. Так, слитки сюда положим, а то что-то места не хватает, нифига. Еще... А, так. Серебряный. Крафтинг. Что-то там все поломал. Кружку сломал, надо ее... Все, воткнули на место. Ну. О, надо будет делать броню эту все-таки когда-нибудь. Можно сделать кресло, лампу, что-то там надо будет, стекло, вот. Угу. А, то же самое, те же самые 5 досок, только металл меняется. Так, надо сотку взять сразу, а то что-то двух, я думаю, не хватит. Ай-яй-яй, так, подходим, делаем и сравниваем. Как они одинаково стреляют, нет? Просто мне интересно. Так, золотой. Ага, там какой-то осколочек или звезда летит. И... Ага, ничего интересного, они одинаково стреляют. Я думал, у них хоть какая-то заметная разница будет. Мне, кстати, этот получился лучше, чем золотой. Ну ладно. Вот такие дела. Ну и, в общем, все, что я вам хотел показать. Говорят, тут есть кнопочка этих... Миссии или чего там? Кто-то мне сказал, короче. Что такое? Так, это что такое? Кто-то мне сказал, тут есть квесты. Где эти квесты? Где тут кнопка для квестов? Я что-то не вижу эту кнопку для квестов. Ну, ладно. Ай-яй. Всем спасибо. Всем пока.